Привет всем! С вами Ольга со своим реальным обзором. Реальным и честным, потому что все покупаю сама, пробую и вам рассказываю. И как раз сегодня обзор будет о том, об очень интересной находке, которую, наверное, все мы ждали и относились, возможно, с некоторым недоверием. Это будет, конечно же, умывалка, но такая, которая смывает все. Смывает все, даже включая вот такую мою, испытуемую водостойкую, самую приводостойкую лайнер. Это я сейчас вам все расскажу. Как мы все знаем, все нам рекомендуют, чтобы если у вас тонак, особенно если какой-нибудь водостойкий, все нужно смывать сначала либо маслом гидрофильным, либо бальзамом, ну что-нибудь, чтобы это какой-то был первый этап растворения. А потом уже пенки, все остальное очищающее, чтобы смыть всю эту грязь. Ну и вот, так как не все даже мои масла гидрофильные и бальзамы справлялись вот именно с этой подводкой, у меня большое количество всяких гелей, умывалок, всего. Я решила поиспытать, что же может смыть все-таки этот лайнер без особых усилий. Я была очень удивлена, что это оказалось простой гель для умывания от фирмы Use Lab. Это греческая фирма. У меня этот вариант 100 мл для нормальной и сухой кожи. Но я уже все сразу же в интернете посмотрела. Здесь 100 мл, и он приходил мне в каком-то боксе красоты в наборе. Я им пользовалась, конечно, тут уже немножечко осталось совсем. Что он пахнет? Пахнет он очень такой травками какими-то легкими, очень приятный запах. Но это прозрачный гель. Вот, сейчас я вам дальше все расскажу интересненькое про него. Что пишут на сайте. Обильно пенящийся и нежно очищающий гель, который очищает кожу, не нарушая баланс влаги и в коже. Восстанавливает силу, яркость кожи, регулирует выработку кожного сала и мгновенно увлажняет. Мягкое очищающее средство для лица и глаз, заметьте, с успокаивающим и увлажняющим эффектом. Для нормальной и сухой кожи с легким ароматом, дерматологически протестирован, без парабенов, без глютена и без сульфатов. Странно глютен туда засунуть, что хлеба что ли кусками порезать или что, я не понимаю, когда пишут, что средство без глютена. Глютен же опасен, когда его вовнутрь принимаешь, да, там уже только держи попу покрепче. А как это может повлиять в косметике? Ну, есть такие вопросики, но я не химик-лаборант, но вопросы есть, конечно. Странно. Ну, так что, такой гель для умывания есть еще в варианте и для жирной кожи, что тоже очень хорошо. После него действительно не остается сухости, там ничего не остается. Это тот момент, вот знаете, когда вот лень, вот просто лень вам идти и сначала маслом, еще чем-то. Но это действительно занимает очень много времени. Бывают такие времена, придешь, думаешь, и выбираешь, вот так бахнуться, спать, вот, да, ну вроде бы совесть съест, да, и все равно не уснешь. Либо пойти быстренько чем-то умыться. Так вот, вот этот помощник, обязательно его вам буду рекомендовать, он смывает все. Там не то, что тональника не остается, да, там даже вот это, татуажа настоящего. Причем, если бы я знала, что такой лайнер будет существовать, я бы в жизни бы не сделала никакого татуажа на глазах. Стоит он, давайте к цене. Здесь было 100 мл, цену я его не знала, но обязательно я сейчас закажу новый, уже большой, 200 мл, и он стоит где-то 12 евро, 200 мл. Поэтому это однозначно очень хорошая покупка, особенно для девчонок, как я люблю говорить, наших торопыжек, которые совсем не любят вот тратить время, свое личное, драгоценное, на как целый полчаса, а то и час на всякие там размазывания масел на лице или еще что-то. Ну, или вот на такие варианты, когда вот сегодня не могу. Вот, это для тех вариантов. Обязательно она должна быть в наличии. Я ее оставляю всегда на крайний случай, на вот такие ленивые случаи, потому что
Я люблю все это использовать, все эти этапы. 1, 2, 3, 4, 5 вышел зайчик погулять. Но этот стоит вот именно на такие случаи. Ни разу он меня не подвел. Смывает все. Лицо становится чистое. Все действительно. И нет вот такого, что вот тут куриная попочка. Нет, все спокойно. Тут же хорошо увлажните, а потом тонечком и всем. И все будет вам хорошо. То бишь это все за один шаг вам смоет. Это времени сколько сэкономите. Вот. Но все равно, если у вас есть какие-то блестки, конечно, лучше сначала снять с глаз двухфазной жидкостью, чтобы блестки не попали никакие вам в глазик, и чтобы ничего страшного с вашими глазами не было. А со всем остальным справиться. Но на этом буду заканчивать свое коротенькое видео. Хотела с вами очень поделиться этим. Увидимся в следующем. А я вас люблю всех. Целую, желаю вам здоровья, мира, добра и быть любимыми. Пока-пока!